За первое полугодие 2018-го сотрудниками госавтоинспекции было составлено 274 протокола за езду в нетрезвом виде, из них 88 за отказ от медицинского освидетельствования. Очередной профилактический рейд прошел на дорогах Орла. Как сообщили в ГИБДД, в Орле зарегистрировано 94 ДТП, произошедших по вине нетрезвых водителей. В ходе этого рейда таких автолюбителей полицейскими выявлено не было, что, к сожалению, случается довольно редко. В нашем городе наблюдается тенденция, что чаще всего за руль в состоянии опьянения садятся молодые водители. За управление транспортным средством в состоянии опьянения грозит лишение права управления от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 000 рублей. Повторное управление, уже будучи лишенным такого права, влечет уголовную ответственность с возможностью лишения свободы на срок до 2 лет, либо штраф от 200 000 до 300 000 рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов.